буду ставить сегодня цепной кит вместо ремня. Ремни постоянно рвутся. Но будет сложность, видимо, открутить эту гайку, потому что ремня здесь нет. И зафиксировать колесо тормозом не получится. Еще попробую, конечно, сорвать. Проклинает или нет, не знаю. Рукой за ремень схватился. Вот так вот. И открутилась гайка. Я, в принципе, шкив слазить легко. Просто двумя клипсосъемниками поддел с двух сторон. И он съезжает. Хотел еще эту звезду поменять. Загнутые зубы уже. Но она не приехала пока что. Да, почистить надо это место. Симметричное. Любой стороной можно. Я сначала одел звезду, потом забил шпиль. Если сейчас двумя отвертками так подковырнуть, то он, в принципе, снимается. Туман, грязь, цепь против ремня. Кто дольше проживет? Кто есть, кто нет. Так. Сюда, походу. Лучисто стелится туманчик. Здесь уже норм. В принципе, неплохая идея ставить на дождливый сезон цепь вместо ремня. С ней ощущение надежности в такую погоду намного выше. Не сыкотно, что где-то в лесу перетрется ремень, а попавшийся под него камень. Или об грязь, песочек весь этот. Вот, а весной на лето обратно возвращаться на ремень. Нравится этот звук. Он более злой. Особенно, когда колесо проскальзывает. Уходит в букс.
Может, вот это она? Я думаю, да. Давай попробуем. Да, я вижу следы кабани, блин, или оленя. Он здесь карабкался. Бля, хорошо, что я не ко мне поближе, а? Это да. Да-да-да, это ж ворона, тихо. Ну да, ветер ее держит неплохо. А гору стол отсюда не видно. Кого? Гору стол не видно отсюда. Защиту надо такую, чтобы закрывала торец рамы. Ты не защитой, ты ударился вот этой. Первый раз подтянул цепь. Это примерно 100 километров. Два и 1 вольта, 8 километров проехали. Разброс по ячейкам 0.01,6. О, бревно пропилили, спасибо. Сюда ощущение спущенных колес. Фу. Почва меняется, и сразу, блин, кажется, что пробился. Ух.
Ария. Здрасте. Северное чисто. О, читердака сдуло. Поехали, короче, туда. Ну да. Чё? Там просто едет, оно все сильнее и сильнее уклоняется. Ты не видишь. Ага. Да. По камням, да? Да. Так, что мне тебя ждать или я так помчался? Сам давай. Я сам. Блин, сейчас кайфанем там. Надо успеть. Ты время знаешь, что ли? Ну, 2:40. А, 2:40? Да. Казалось, да, что уже поздно. Что полтора часа подойдет. Джин-джон. Побилась вилка. Надо накрутить пожестче для дропов. В лицо, блядь, так и знал. Я тупанул, видишь? Я думал, ты хоть правее уйдешь. Слышишь, какой правее, тут по рельсе едешь. Блин, подожди. Очки одень. Лучше, чем вот так. О, отлично, давай. Закончилась халява. Тихо. Глаза.
вон туда лезть сейчас. Тут в лоб или вот так вот под наклоном объезжать? Сколько там моргает? 13. 13? Да, но это последняя горка. Ну давай в объезд, потому что... Что-то 32. В объезд. Давай. Поищем, потому что... Главное с горки, чтобы оставить процентов 5. Здорово! Сильно! Литр с турбиной! Нормально! Зато сухо! А сухо, значит, не скользко! Скользко. Сейчас еду на курке рекуперации. Здесь она 10-15 ампер закидывает. Вот такой горд. По зарядке. Один. Один? Хорошо. Так, 57,7. В процентах это 28. Разброс 0.017.